Атмосфера, царящая на переговорах Ирана и шестерки в Женеве, хорошая. Все предложения на столе и активно обсуждаются. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы делегации ЕС Майкл Манн. Наш корреспондент встретился с ним и задал несколько вопросов. Что конкретно требуется от Ирана? Что Ирану необходимо сделать, так это доказать международному сообществу, что он не нацелен на военную ядерную программу. Все должно быть согласовано с нами. Международным инспекторам должна быть предоставлена возможность убедиться в этом на месте. Это конечная цель. Но до этого они, конечно, должны со всей серьезностью конструктивно отнестись к переговорному процессу, чего раньше они не делали. Мы надеемся, что дела нового министра будут соответствовать его словам, и что на этот раз удастся достичь конкретных результатов. А есть ли признаки того, что поставленные вами задачи будут реализованы? Мы много чего слышали от иранской стороны с тех пор, как избрали нового президента, но пока мы не видели ничего четко записанного, а ведь им известно, что нужно делать. Многие говорят об этом раунде переговоров как о переломном для дипломатии моменте. Так ли это и почему? Мы надеемся, что это будет поворотным моментом. Последние 5 раундов переговоров были не очень успешными из-за позиции, занятой иранской стороной. Если их теплые слова будут поддержаны конкретными предложениями, то это на самом деле может стать поворотным моментом. Но давайте воздержимся от ошибок и не будем питать иллюзий. Это сложный процесс, потому что тема очень чувствительная.